Всем добрый день. Мы с вами на улице Калараш 39Б и находимся сейчас в районе одной из самых первых столовых на улице Калараш. Возможно, даже это самая первая столовая. Я так думаю, что даже так оно и есть. Пойдемте прогуляемся, посмотрим. Тут, кстати, шашлычок готовят. Свеженький, прям сразу вам по заказу. Номер телефона, кто-то, кажется, мне даже просил. Вот, пожалуйста. Шашлык, свиная шея 200 рублей, баранина 350. Кстати, баранина намного лучше, дешевле, где-то я видел подороже гораздо. Ну, пойдемте посмотрим на саму столовую. Вот такая вот расположилась она в домовладении, в таком приятном, хорошем месте. Рядышком парк, улица Калараш. Кстати, я не могу не отметить тот факт, что здесь вот, здесь, обратите внимание, в этом году ребята своими силами здесь уложили новенькую свеженькую брусчаточку, красивенькую прям. Вообще, не так давно приезжал глава, прогуливался и сделали фотографии на улице Калараш именно вот в этом месте. Появилась подсветочка под деревьями, ну и вкусная мушмола. Не рвать, даже я не рву. Так, здесь у нас есть меню, доступное для вас вместе. Я обязательно сейчас покажу. Ну и вот, пожалуйста, раздача. Все, естественно, готовится здесь, все свеженькое, прям хорошенькое, вкусненькое. Столовая давно работает, очень давно. Поэтому, ох, сосиски, как сарделечки блестят, прям, я не знаю. Сосед котлетки по-киевски. Вот такая вот красота здесь творится. Вот если не буду молодому человеку мешать, он там заказ делает, а я тут хожу гуляю. Цены для вашего удобства здесь тоже имеются в наличии вам, пожалуйста. Все, есть зал. Вот таком вот украшен. В армянском, я так понимаю, стиле. Хотя не знаю, тут больше средиземноморское даже вот такое, что-то такое. Джигиты пьют вино, судя по всему, из таких бокалов. Из таких бутылочек тоже. Натуральное все, керамика. А там Италия. Интересно просто, я прошу прощения. Может, я ушел немножечко от темы столовой. Ну, вот такой вот орнамент. Касса. Все по-взрослому, все по-настоящему. Никаких обманов у волшебника Сулеймана. Все тут освободилось. Покажу вам. Давайте прогуляемся по меню немножечко, так посмотрите, а потом я вам покажу меню. Блинчики всякие, оладушки с мясом, сырники. И вкусно пахнут очень булочки всякие разные. Все здесь пекут, все здесь. И с маком, и плюшки заморские. И беляши. В общем, рекомендую вам эту столовую. А мы сейчас пойдем к ценам. Там есть прескурант. Вот здесь вот на входе. Я вам покажу по деталям. Вот. Запоминайте. А я гуляй. Так, где супы, я не вижу. Сейчас найдем. Котлета по-домашнему. Запоминайте цены самостоятельно. Ну, просмотрите, там все узнаете. Я в любом случае вам рекомендую эту столовую, потому что знаю, что здесь работает не первый год. Суп гороховый 100 рублей. Такая цена. Как она? Самая большая 120. Тут 100. Вот так вот. Хочу показать вам здание снаружи. Вот тут столовая. Сейчас отойду, главное, чтобы меня машина не сбила. Вот тут и гостиничка, и столовая. Место обалденное. До моря метров 250. За буквально там сразу парк. В общем, все классно. Рекомендую. И мушмола красиво прям цветет.